мистецтво створювати факти, жартома підпорядковувати собі події людей. Вигада – її мета. Інтрига – засіб. Перемогти її може тільки порядність. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «В деталях» и, как всегда, по пятницам. С вами Андрей Острев и Игорь Пох. Добрый вечер. Сегодня мы поговорим о политике, собственно говоря, и поговорим о политике в разрезе последних выборов, не побоюсь этого слова, в областном совете, которые прошли на последней сессии, то есть были избраны нашими народными избранниками, простите за тавтологию, два зама председателя областного совета. Сегодня мы пригласили в студию Максима Невенченова. Добрый вечер, Максим. Того, чтобы прокомментировать события. Почему именно вас, Максим, мы сегодня пригласили? Да ровным счетом потому, что сегодня фактически в управлении областного совета находятся и два представителя БПП, и представители оппозиционного блока. То есть, собственно говоря, по моему глубокому убеждению, оппозиции-то и не осталось. Единственный, кто был, как мы раньше говорили в наших эфирах, был... Ушел из оппозиции за то, что был в оппозиции к оппозиции. Вот такой вот тоже тавтологический момент. Максим, как вы прокомментируете такое избрание, такие назначения, собственно говоря, народными избранниками? Я думаю, что здесь говорить о том, что здесь было избрание, очень тяжело. Во-первых, потому что голосование было фактически пакетным. Они друг другу не доверяли, потому что выбрали бы одного зама от БПП, боялись, что не выберут зама от топоблока. Выбрав зама от топоблока, могли бы кинуть там, поэтому они договаривались, чтобы пакетом голосовали, тогда, чтобы этот весь вопрос прошел. Чтобы подстраховаться, так сказать. На всякий случай, да. Скажем так, могу сказать, что разряжается вот такая вот схема договоренности, нежелание большого количества людей участвовать в этом, по крайней мере, говорит о том, что и Паламарюк покинул фракцию ОПА-блока, и Алабин, и я думаю, что еще ближайшие интересные изменения нас ожидают и во фракции УКРОП, потому что там, если вы помните, Старчеус вышел с подтримкой, такой инициативой подтримать блокаду. Значит, никто не поддержал это, даже во фракции не поддержали, более того, начали уже его осуждать. И вот такая вот попытка спускать сверху инструкции, слепо следовать этим инструкциям, она уже раздражает большую часть депутатов. Те, которые в действительности имеют свою самостоятельную позицию, они в этих вещах не желают участвовать. Что могу сказать по поводу будущих замов? Настоящих, собственно. Они еще не прошли спецпроверку, потому что здесь еще казус в этом может быть. Человека выбрали депутаты, формально он уже представляет, является заступником, а спецпроверку не прошел, и извините, как бы на этом весь вопрос закончился. Обсуждались, могу сказать, что другие кандидатуры, но другие кандидатуры, они были с какой-то позицией. Вот, и они были бы неудобны. Я могу сказать, что сейчас выбрали, не хочу обижать людей, могу сказать, что это понятные, предсказуемые, удобные люди, которыми формально заполнили вакантные должности, недостающие. Зам и второй зам. Я бы в отношении одного из замов точно бы с вами поспорил, но хорошо, не в этом. Виктория Москаленко заявила о том, что это позволит, что такая вот разнопартийное замство, вот такое вот слово, да, будем использовать, оно позволит консолидировать, собственно говоря, областной совет. А разве раньше не было консолидации? Или как вы считаете, как это повлияет на работу совета? Я вам скажу, что Виктория Викторовна старается консолидировать депутата и облсовета только в двух случаях. Когда нависает угроза ее снятия, и второй вопрос, когда нужно принять ее отчет. В остальных всех случаях никакой консолидации и нет речи. Виктория Викторовну можно смело назвать замом губернатора по вопросам депутатского корпуса. Никакой позиции депутатов она не отстаивает. Она занимается исключительно впроваджением
инструкции, которые спускаются сверху. То есть в данном случае это человек без позиции, это не явля, она не является центром принятия решений. Я, если вы помните, в одной из программ мы говорили о том, что мы старались показать губернатору, что Виктория будет своим центром решения, что будут депутаты. И вот она с нами встречалась, говорила: «Поддержите меня», когда было, помните, желание ее снять. Вот, я буду предана тем людям, которые меня поддержат. Ее в действительности поддержали. Дальше она забыла об этом. И те, кто выступали за ее снятие, в том числе и Иван Кухта, который уже без пяти минут был головой областной рады, помните, может быть, эти интриги, и Андрей Кротов, который точно так же ОПА-блок желал снять Викторию Викторовну, ее попытка заигрывать именно с той частью меньшинстве, которые были, она, я думаю, что обернется еще очень плачевно для Виктории Викторовны. И взять таких людей, которые в большей степени, ну еще раз подчеркну, не имеют свою позицию, сегодня они хотят снять, завтра они хотят не снять, она может привести к нехорошим результатам и для нее, и в целом для облсовета. Поэтому, еще раз, это не консолидирующая позиция, это позиция компромиссов и попытка бросить кость тем, кто в большей степени лаял. Максим, ну вот вы несколько раз упомянули такое словосочетание, как собственная позиция. Угу. Ну вот для меня не совсем понятно, как может депутат, который принадлежит, ну, назовем это так, плохое слово, но пусть принадлежит какой-либо из политических партий. Избирался иметь... от какой-либо из политических. Совершенно верно, да. Вот правильное это слово. Иметь собственную позицию, отличную от линии партии. То есть, ну, понятно, что у нас императивный мандат как бы не работает, да, но тем не менее. Очень депутаты, причем эта история длится уже, ну, наверное, практически всю историю независимой Украины, да, когда депутаты избираются от одной политической силы, причем это не только местные советы, но и особенности, это видно по Верховной Раде, потом начинают дробиться какие-то внефракционные, новые фракции, новое название, внефракционные группы и так далее, забывая, что они баллотировались от какой-то определенной политической силы, и люди голосовали за эту политическую силу. В результате к следующим выборам большинство депутатов получались совершенно от других политических сил. Некоторая часть, ну, да. Ну, некоторая часть, да. Так думаю, что у нас примерно происходит та же самая ситуация, дробление. Дробление, и в результате к следующим выборам в местные советы может получиться, что там часть людей из ОПА-блока уже не ОПА-блоковцы, часть людей там из БПП не БПП и так далее, и так далее. Хорошо, и так далее. Вы очень правильно рассуждаете, однако я могу сделать сразу поправку. Первое, пожалуйста. Первое. Человек, выдвигавшийся от определенной политической силы, он должен следовать идеям этой политической силы. Это важный момент. Еще раз, идеям политической силы, а не местечковому лидеру, это совершенно разные вещи. Мы видим сегодня, вот видели в средствах массовой информации, часто упоминается, по-моему, с подачи Симченко про свадьбу ОПА-блока и самопомечи. Ну, когда, не только с подачи Симченко, но это муссировалась тема, да. Да, там Деренюга сейчас раскручивает этот вопрос. Вы заметили очень интересную вещь, что, грубо говоря, есть интересы избирателей, оппозиционные, а есть интересы местечковых лидеров. Если вы вспомните критика в адрес мэра со стороны оппозиционного блока, сводится примерно к следующему. Мэр посыпал опилками или не посыпал опилками, значит, площадь. Елочку, то ли он старую поставил, значит, это плохо, говорит, я куплю новую. Нет, это еще хуже, ты растратишь деньги из бюджета. Приехали машина с Кока-Колой, а там выяснилось, что не настоящие Деды Морозы, что они женщины. И вот это критика со стороны блока. Но мы вспомним другую ситуацию. Они критикуют мэра о том, что мэр принимает слишком большую структуру, но если туда еще включить нашего зама. Зама, то в принципе структура получается ничего нормальная. Так. Бюджет, который невозможно за него проголосовать, отвратительный бюджет, слишком мало, но если от этого бюджета еще отщипнуть и дать этому же своему заму мэра, то в принципе за этот бюджет можно голосовать. Скажите, пожалуйста, это оппозиционная позиция, либо это спекуляция? Теперь точно так же мы говорим и об областном совете. Есть депутаты, которые выходили с тем, чтобы не противостоять вот этой самой территориально-административной реформе, которую они сегодня проводят под эгидой децентрализации. Фактически децентрализация, мы уже с вами несколько раз говорили, это передача полномочий.
и возможности распоряжаться деньгами. Сегодня происходит следующее. Несколько сел объединили между собой, назначили им нового руководителя, поменяли административный центр. Да, поменяли административный центр, выбрали. Территориальную административную реформу провели, говорят, это децентрализация. Выходит, Виктория Викторовна агитирует за децентрализацию. В дальнейшем, после децентрализации, мы сталкиваемся с таким казусом. Люди, объединенные громады, не могут элементарно даже заключить договор с компанией-перевозчика, который... Возле, помните, транспортный такой вот месяц назад был такой шум по поводу того, что слишком повышаются тарифы, а громады сами не могут себе выбрать даже перевозчика, который готов был дешевле заключать. Все было централизовано через облгосадминистрацию. Так вот, политические партии некоторые, которые находились в оппозиции, они молчали. Скажите, пожалуйста, почему они молчали? Потому что в обмен хотели получить должность? Я могу вспомнить еще другую ситуацию. У нас Лучный Николай Михайлович, глава комиссии по медицине от оппозиционного блока. Мы принимаем решение, ну, сидим на комиссии, принимаем программу Турбота. Приходит докладчик с облгосадминистрации, говорит, примите, пожалуйста, программу. А где программа? Мы ее не напечатали. Подождите, так а как же мы примем? Комиссия большинством поддержала не принимать программу. Дальше Виктория Викторовна просит Лучного. Он подписывает от имени комиссии, как председатель, он не собственник комиссии, как председатель, который лишь решение, без решения комиссии, принимает, что все в порядке, выносится это на сессию. В итоге лишают в этой программе, он даже не читая, все идет на атошников, а политвязням, репрессованным или ветеранам Афгана ничего не идет. Скажите, вернее, идет там Афгана, а политвязни репрессованных полностью лишили их финансирования. Это что, позиция оппозиционная, просто подмахивать, потому что тебя просили? Вот речь сегодня о том, что когда некоторые лидеры оппозиционных партий начинают вступать в сговор и фактически выторговывают себе какие-либо преференции, чтобы в дальнейшем просто молчать, то играть в эту игру, потому что у них название оппозиционное, это не есть оппозиция. И в таком случае, кто в большей степени предает интересы оппозиции? Вот этот вопрос. Дело важнее. Правильно, этот вопрос очень важный. Но я имел в виду несколько иное. Все это понятно, всем это известно. Политические договоренности, опять же, это не наше украинское ноу-хау. Это во всем мире, во всех парламентах, во всех правительствах и так далее, идут политические договоренности, кто-то себе что-то выторговывает, конечно, должности за что-то и так далее, и так далее. Но это не выходит за рамки парламентских или полномочий советов, да, или парламентов. У нас же идет дробление, то есть у нас депутат, например, которые, неважно, вот оппозиционный. Ну, вот как не. Избирался вот я, оппозиционного блока. Оппозиционный, да, оппозиционный депутат, который не согласен с какими-то действиями местного руководства, да, там, главы фракции, например. Вот он что-то там видит, подозревает, недоволен, не согласен. Угу. Вместо того, чтобы сдать мандат и сказать, я вас в одном месте видал, потому что вы предали мои идеалы, потому что я шел с вами. Он не сдает мандат, он переходит либо в другую фракцию, не вы, Максим, я бы условно говорю, либо создается какая-то другая внефракционная группа, и он начинает играть в свою игру. Неважно какую, она праведная, правильная, хорошая, плохая, в свою игру. Давайте, то есть это получается абсолютно тот же самый вариант, только... Я понял вас вопрос. Смотрите, в любом случае депутат, любой депутат, у него есть желание, ну, человек входит во вкус, и есть желание выбраться второй раз. И человек прекрасно понимает, особенно тот, который, депутат, который работает с избирателем, который встречается с избирателем, он слышит избирателей. И ему нужно в следующий раз прийти на встречу и в следующий раз ответить на некоторые вопросы, в частности, неудобные. И если, например, человек выдвигался от определенной политической силы, и политическая сила местечковая изменила курс, как, скажите, в данном случае выходить человеку? Рассказывать, что вот если вам становится хуже, а мы против этого не возмущаемся, так это на самом деле так хорошо? Либо сказать, пожалуйста, я выхожу из этой игры, идите ищите себе другого. Они говорят, а мы другого там не видим. Как в данном случае правильнее поступить? Бросить всех
и сказать, я с вами больше не играю в этой песочнице, всех, либо, всех либо продолжить. Я позволю себе комментарий. Это ваша оценочная суть. Я позволю себе комментарий. Давайте все-таки мы четко разграничим такую вещь. Местные депутаты местных советов, они прежде всего, их основная роль – это выполнение задач людей, которые их избрали на местах. То есть, политика как таковая, как политика, она происходит в Киеве. Это несколько иной уровень. Сегодня здесь, ну, собственно говоря, вот, ну, насколько я знаю, там Максима, да, который он там уходит, там выбивает какие-то водостоки и так далее и тому подобное. Ну, политика это назвать нельзя. А политические вопросы заполитизированы тогда, когда они либо неинтересны. Ну, то есть, это такой вот, собственно говоря, способ что-то провалить, это сделать это политическим. Либо, наоборот, что-то добиться, тоже сделать политическим. То есть, это всего лишь механизм. Но я хотел бы вернуться, вот вы очень интересно, Максим, говорили на тему оппозиционности. И, собственно говоря, я тоже об этом хотел поговорить. Вот такое, вот, грубо говоря, сегодня две партии, ну, провладно и оппозиционная, которая себя позиционировала как оппозиционная и называется так оппозиционный блок, представлены в управлении областного совета. То есть фактически интересы этих партий представлены. И, собственно говоря, у них есть свои механизмы осуществлять какие-то предвыборные программы. Да, вот возьмем так классику сценария, пока без кулуарщины. Тогда вопрос, а что такое тогда сегодня оппозиционная позиция? Что это такое, как вы считаете, касательно оппозиционного блока, ну и может быть горсовета, если у вас есть какое-то свое мнение, там, вот личное мнение. Значит, и я еще маленькую деталь. Вот смотрите, Иван Кухтов в свое время, который сейчас первый, ну, был избран первым заступником, он вышел из фракции БПП. Это тоже немаловажный, а потом зашел. Немаловажный момент. Но вместе с тем такой был факт. Да. Ну ничего страшного, вышел, потом зашел. Это ж несущественно. Где-то он не согласен, потом помирился. Вот. Я могу сказать другое. Значит, что сегодня на местечковом уровне все-таки политика существует, и она сводится, скажем так, не к серьезным каким-то там, геополитическим масштабам и курсу страны, она сводится к следующему. Например, опять же, идет движение по этой децентрализации, которую спускают, заставляют объединять громады, потом мы получаем проблемы с неуправляемостью этой громады. Дальше сейчас собираются создать госпитальные округа, чтобы у нас было всего 4 больших больницы на всей области, в Первомайске, в Вознесенске, в Николаеве и в Новом Буге или в Баштанке, они еще не решили. То есть представьте, что человеку нужно ехать откуда-то для того, чтобы полечиться. А на месте у него может находиться только там, ну, я не знаю, кто там, фельдшер, клизму сделать, градусник поставить и ваточкой что-то протереть. То есть скидывается это все на местный уровень, и депутаты местных советов должны это утвердить. Естественно, оппозиционные депутаты партии власти приходят и агитируют, давайте проголосуем. Депутаты оппозиционных сил, как правило, не голосуют, но что происходит в обмен? Интересный момент. То есть это принципиальное расхождение. И вот когда приходит какой-то интерес, даже депутаты некоторых оппозиционных сил могут проголосовать за это антинародное решение. Скажите, пожалуйста, это можно назвать политикой? Можно. Это можно назвать грязной договоренностью? Можно. Интересы избирателя в данном случае могут быть не учтены? Могут быть. Либо второй вариант, как нам удалось сделать. Оппозиционные силы заставили власть принять решение и обратиться к Верховной Раде, кабинету министров, о том, что эта реформа, в кавычках, медицины, она не на часе, мы ее просим витерминовать. Это просто был результат компромисса. Хотя оппозиционные силы настаивали на том, что это вообще не должно быть, это разрушает, и мы категорически против такого реформирования, оставлять всего 4 больницы. Так вот, это важный вопрос касательно оппозиции. Либо оппозиция отстаивает себя и выставляет власть и все ее инновации, которые идут во вред обществу, в нехорошем свете, и власть вынуждена в таком случае подчиниться и проголосовать это решение. Либо власть, имея определенные полномочия, договаривается с оппозиционными силами, дает что-то взамен, и оппозиционные силы, закрывая глаза, голосуют за то, что нужно. Вот об этом речь. Второй вопрос касательно горсовета.
А есть оппозиция. Оппозиция, не нравится бюджет, пожалуйста, оппозиция предоставила свой проект бюджета. Говорит, вот мы за это. Вот обосновали почему. Вот не нравится праздник Нового года. Вот какой должен быть праздник. Вот мы предоставили. Вот мы еще что-то предоставили. Должен быть структура не нравится. А вот мы видим вот такую структуру. Вот это работа оппозиции, как я понимаю. То есть она должна включаться, быть систематически и должно быть понятно, за что выступает оппозиционная сила. Оппозиционный блок, я избирался действительно от оппозиционного блока, по какой причине? Оппозиционный блок в 2015 году был единственной партией, которая выступала против так называемого патриотического тренда. Потому что были все патриотами, волонтерами, кричали «Слава Украине», носили вышиванки и рассказывали, что нам нужно воевать с Россией. Вместо того, чтобы договариваться, оппозиционный блок единственный, кто был против этого. Когда сегодня уже все стали в оппозиции к действующим власти, к такому патриотическому тренду, даже некоторые БППшники уже против этого патриотического тренда, то тогда оппозиционный блок теряется. И в данном случае крайне важно не слиться вообще ни с чем. Важно выступать с предложениями, с идеями. С какой идеей предложение выступают сегодня политические силы? В нашем горсовете или в облсовете? Я их не вижу. Мы пытались сделать форум, южный форум по упреждению последствий негативных децентрализации. Нам, к сожалению, не дали это провести. Сказали, что мы сепаратисты. А сейчас обсуждают что? Что после этой децентрализации мы имеем последствия, которых мы хотели предупредить. И мы говорим, я вот сейчас выступаю о том, что нам необходимо забрать коммунальные власти, управление коммунальным имуществом в областной совет. Единственная область в стране, которая отдала областной государственной администрации эффективность управления. Областной государственной администрации мы видим. Облпалово похоронили. Как оказывается, это предприятие было неприбыльно, пока было в областном совете. Администрации не хотели погашать задолженности. А когда пришли в частные руки, все начали погашать. Не искусственно ли это обанкрочивание предприятий с целью получения прибыли? Мы видим эффективность управления с аэропортом. Мы видим с... Ну, все время забывают о предприятии, которое называется профдезинфекция, вот вспомнил. Мы видим по другим предприятиям, что по сути все топится. И сегодня у главы областного совета нет воли политической и самостоятельной позиции. Вот то, что вы спрашивали, что такое самостоятельная позиция? Uh-huh. Принять решение, что я представляю интересы областного совета и депутатов областного совета. Я забираю от губернатора эти полномочия и я беру на себя ответственность. В обмен, вместо этого, что она говорит... А проголосуют областные депутаты если за, будет, за передачу таких, возвращение конечно, вернее, полномочий? Вот, вот об этом и речь. Голосов хватит? Конечно, хватит. Что делает... Это действительно хватит. Я сейчас скажу. Что делает Виктория Викторовна? Она говорит, губернатор не хочет. При чем здесь губернатор? Ты центр принятия решений и глава областного совета, либо ты зам губернатора и принимаешь решение, которое делает, которое тебе ставит задачу губернатора. А что на это новые замы говорят? Замы, естественно, против, потому что это... Против чего? Против того, чтобы отдавать. Господа, у нас осталось... вы имеете в виду замы... новые. Эти один и второй, это замы без позиции. Максим, и Иван Кухта, и Андрей. У нас буквально Кухта. 3 минуты осталось, и я хотел бы еще, ну вот возвращаясь в такой более спокойный лад, все-таки хотел еще один вопрос задать обязательно перед этой программой. Смотрите, насколько я помню, когда были иные при власти, иные, это я имею в виду, вот те, которые сегодня называются АПО-блок. Я так не буду говорить. Я вам скажу, что в большей степени из них и в БПП, и в нашем крае. В меньшей степени сейчас, в АПО-блоке. Сейчас. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что я, например, не видел ни разу, чтобы вот это, вот, когда была партия регионов, хоть кто-нибудь из оппозиции, реальной или псевдооппозиции, получал какие-то должности. Все было жестко контролируемо. А сейчас получается такая вот история. Даже люди с оппозиционной позицией имеют и должности, и имеют и какое-то политическое представительство. Ну вот последние выборы это показали в облсовете. Буквально 1 минута, ваши комментарии. Да, я могу сказать, что в связи с тем, что власть слишком теряет доверие избирателей, она очень непопулярна в народе. Реформы, которые они делают, они еще больше вызывают отторжение. И поэтому для того, чтобы
оппозиционные силы не подогревали обстановку, не нагнетали. Они получают должности, они получают преференции в обмен на молчание, незамечание каких-то вопросов и лояльность в отношении действующей власти. Точно так же это происходит и в областном, и в городском совете. Что ж, спасибо, Максим, за достаточно интересную беседу, вашу позицию. Собственно говоря, вы, наверное, сегодня, вот, как по мне, один из оппозиционеров, таких оппозиционеров-революционеров, не побоюсь этого слова. И, собственно, не надо революции, мы против. И, собственно говоря, последние события, связанные с вами и там с вот, нападениями на офисы, обливаниями, разбиваниями, наверное, как-то демонстрируют о том, что кто-то очень против. Значит, какая-то позиция есть яркая. Что ж, спасибо, дорогие телезрители, за то, что были с нами. До встречи в следующую пятницу. В следующую пятницу у нас будет последняя программа на телеканале «Николаев в деталях». Мы закрываем наш годовой проект, и это будет подведение итогов, то, чего мы за год обсудили, кто у нас был в гостях. Смотрите, это будет интересно. До свидания, не переключайтесь.